Коноплёва. Несколько слов о матче. Очень сложный был матч, конечно. Вырвали победу, конечно, в последних минутах. В конце соперник чуть поддавил. Но я думаю, в этой игре мы смотрелись посильнее, конечно. Поэтому решили свои моменты. Можно было поспокойнее выиграть, но как удалось играть, так и сыграли. Пропустили первыми два мяча. Может быть, здесь какой-то фактор того, что не совсем удобное, не совсем домашнее поле было? Нет, почему? На этом поле потренировались до игры. 2-3 тренировки сделали, хорошее поле. Привыкли уже вроде, но вышли, возможно, не настроены на матч, поэтому проиграли начало. У тебя хэт-трик первый в карьере или нет? Как будешь праздновать и отмечать? Ну, в UFL, скорее всего, первый, а так в карьере, конечно, нет. Сходим в ресторан с пацанами, поедим пиццы там с коктейльчиками. Молодцы, поздравляем с победой. Тренер команды Академии Коноплёва Сергей Николаевич Вахтеев. Сергей Николаевич, как можно прокомментировать сегодняшний достаточно результативный, но победный матч? Начало мы немножко провалили. Вот, начали с 0-2, вот, но потом молодцы то, что не опустили голову, забили, подхватили эмоционально, забили второй, третий и потом уже довели игру до победы. Есть какие-то ошибки в том, что команда первой пропускала и в первом тайме, и во втором тайме? С чем это можно связать? Может быть, с погодой и как-то первые минуты, выходя на поле, не чувствовали игры? Нет, мы ошибались. Мы оставляли много пространства за спиной. Вот, плохо реагировали, когда после потери мяча центральные защитники у нас не было контроля нападающего. Соперник хорошо использовал это пространство за спиной. Вот, так что из-за этого возникали проблемы. Во втором тайме сделали корректировки, вот, и уже стало получше. Спасибо большое, с победой. Спасибо. А рядом с нами игрок команды «Мастер Сатурн» Алексей Жаворонков. Алексей, несколько комментариев относительно сегодняшнего матча. Хорошо начали матч, вошли в игру, забили быстро 2 гола, расслабились, и соперник нас наказал. Как-то настраивались на то, что нужно персонально держать Дмитрия Радиковского, который сегодня сделал хет-трик? Насколько он опасен был для вашей команды? Нет, тренер выделял только то, что высокие нападающие, идут забросы, и он хорошо борется. Спасибо. Желаем успехов в следующих матчах. Главный тренер команды «Мастер Сатурн» Андрей Станиславович Свединский. Несколько слов о сегодняшнем матче. Ваш комментарий к игре. Ну, комментарий какой. Забили 2 быстрых мяча. Может быть, это предопределило дальнейшее течение игры в плане того, что ребята где-то, может быть, больше неуверенности, самоуверенности в действиях появилось. И как итог, еще и 3 умудрились пропустить в первом тайме. Ну, в дальнейшем с должным настроем вышли на второй тайм. Хорошо, что быстро отыгрались. И дальше была уже такая игра до забитого мяча. В этом преуспел наш соперник, нежели мы. Хорошо, спасибо большое. Желаем успеха в следующих матчах.